Первокурсник Института международных отношений Казанского федерального университета Булат Загрутдинов поставил абсолютный рекорд на диктанте победы, справившись без единой ошибки с 20 заданиями за 5 минут. На диктанте победы было 20 вопросов, все исключительно по тематике Великой Отечественной войны, были несложны для человека, который поступал в ИСТА КФУ. В качестве награды Булат Загрутдинов в числе 10 победителей поехал на главный парад победы в Москву. Я вот только сегодня утром вернулся с парада победы. Впечатление пока не описать, потому что я в неком шоковом состоянии. Огромное количество эмоций вызывали только шагающие ребята по Красной площади, потом парад техники, который ты вживую видишь в первый раз. Больше всего Булата впечатлили представительные гости из бывших союзных стран. Неописуемые эмоции, особенно после того, как я в метрах 20 себя увидел президентов разных стран, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Сербии, ну и Владимира Владимировича видел, может, станет 10 метров от себя. День Победы для Булата совсем не рядовой, а обладающий глубоким значением праздник. Для меня День Победы — это больше как объединяющий праздник, как Новый год, практически только в несколько раз важнее, потому что в Новом году мы просто обнуляем календарь, а на День Победы мы вспоминаем людей, которые положили все для того, чтобы мы жили именно сейчас. Камиль Гемоздинов, Универньюз.